На сцене мать погибшего солдата не сдерживает слез. Ее сыну в этот день вручают орден мужества посмертно. Никиты Плешкова не стало в ходе боя на специальной военной операции на Украине. Ранее на стенах родной Никите Плешкову 28-й школы и колледжа, где учился герой, установили памятные доски в честь бойца. Всю свою жизнь он посвятил великому благородному делу, принимая активное участие в борьбе с нацизмом и фашизмом на Украине. И сегодня мы склоняем наши головы в память этого человека. Никита Плешков служил водителем в ракетно-артиллерийских войсках. В один из дней поступила команда передислоцироваться, и в этот момент начался обстрел. Бой длился 3 часа. Первая машина в колонне была повреждена, и Никита вместе с товарищами помогал отходить раненым бойцам и технике подразделения. В какой-то момент получил ранение, от которого погиб. Виктория Калинина, Роман Адонин, Телемикс.